Чувашии библиотечному сообществу представлен проект «Экслибрис. Библиотеки 21 века». Познакомить с этой уникальной акцией в республику приехала генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, эксперт ЮНЕСКО Екатерина Гениева. В рамках проекта в 30 регионов уже поставлено свыше 50 тысяч книг. Настала очередь и Чувашии. Екатерина Юрьевна приехала со своими коллегами. Вчера они были в Алатыре, а сегодня встретились со столичными библиотекарями в Национальной библиотеке. В течение нескольких дней книжные фонды республики пополнятся 40 комплектами книг из 1400 экземпляров. Так что понятие «дефицит» благодаря таким акциям в книжной среде постепенно должно исчезнуть. А еще, считает Екатерина Юрьевна, библиотеки должны работать нестандартно. Я поступаю сделать то, что я имею в виду, когда говорю, что библиотека должна удивлять. Вот перед нами такая коробочка. Мы ее открываем и видим какие-то странные предметы, которые там лежат. Узнаем? Синий платочек, реальный платочек эпохи. Брошка, которую Шульженко носила во время военных концертов. Красная Москва, перехватывая голову. Бабушки и мамы. И конфетки войны. Красная Москва. Но не говоря о том, что здесь копия подлинного письма с фонда. Вот так библиотека может удивлять.